Ребятульки, всем привет! И вот сегодня я вам записал тренировочку, мою тренировку функциональную, можно так сказать. Эту тренировку я делаю для того, чтобы развить, так сказать, свою выносливость, общую физическую подготовку и со своими трудными местами, плечами закачать их и подготовить к нагрузкам. Такую тренировку я делаю один раз в неделю. Ну, сейчас вы все увидите. Приятного просмотра! Ребята, делаю растяжку. В последнее время мне, короче, один человек посоветовал, для того, чтобы не хватали судороги и быстрее восстанавливались ваши мышцы, нужно постоянно тянуть ту мышцу, которая восстанавливается. Я не знаю, откуда-то у меня по жизни сложился, я не знаю, миф, что-то типа такого, что армрестлеры, у армрестлеров должны быть жесткие углы, и мы не должны растягиваться и так далее. Не знаю почему, но у меня такое мнение было. И вот в последнее время я начал делать
растяжку, я начал тянуть плечи, локти, предплечья, кисти, пальцы, все начал тянуть, и мне кажется, я начал намного быстрее восстанавливаться. Еще сказали, что это поможет, чтобы не хватали судороги, потому что мышца зажатая, и к ней не поступают все нужные нам вещества. Так что попробуйте тоже порастягивать ваши предплечья, и возможно ваши результаты улучшатся. Все, всем спасибо за просмотры, ставим лайки, комментируем, задаем вопросы. Всем пока. И не забываем подписываться.